О событиях вторника, 13 мая, в материалах корреспондентов программы «Время». Жив, но потерял много крови. Покушение на Валерия Болотова. В Луганске его называют народным губернатором. Партбилет в колоду Петрийская власть грозит несогласным с ней коммунистам запретом по суду. Слабое звено, трубы в Европу. Газ для Украины теперь по предоплате. Первый счет уже выставлен. Сколько просвета до заката, день славянский, вот и все так всегда. Что тебе поцеловать? Поцеловать тебя! Ну, замечательно. Шесть лет от прокурора и два сверху от судьи. В Израиле впервые экс-премьеру дали реальный срок. За здоровье дорогого юбиляра, пьеса Шекспира в театре, которую он придумал, и все это в Москве. Валерий Болотов, которого называют народным губернатором Луганской области, уже через два дня может вернуться к работе. Об этом объявлено сегодня вечером, через несколько часов после того, как в Болотова стреляли. Это, в свою очередь, произошло не менее чем через сутки после того, как регион объявил независимость от Украины. Из Луганска репортаж Алексея Кручинина. Покушение на Валерия Болотова произошло около 11 часов по местному времени. Народный губернатор ехал на машине на переговоры. Куда именно он направлялся и с кем должен был встретиться, информация закрыта. Известно лишь, что инцидент произошел за пределами Луганска. Стреляли с дальнего расстояния и за... Надо ехать, неудобно будет перед гостями. Я без Андрея никуда не поеду. Никуда он не едет. Что на Валерия Болотова давно объявлена охота, и была очень большая сумма назначена за его голову, как говорили. Да, в принципе, речь шла о миллионе долларов за его голову, так что я думаю, что здесь задействованы достаточно как крупный капитал, так и крупные политические силы. Накануне в Луганске подвели итоги народного референдума. На участки пришли 3/4 всех избирателей региона. Подавляющее большинство, 96%, проголосовали за самостоятельность области. И вечером на праздничном митинге Болотов объявил о создании Луганской Народной Республики. Мы избрали собственный путь. Путь независимости от произвола кровавого диктата киевской хунты, фашизма и национализма. Путь свободы, путь свободы, путь торжества закона, путь созидания. Из-за покушения на Валерия Болотова было отложено запланированное на сегодня заседание Народного совета провозглашенной республики. На нем должны были решаться вопросы о структуре новых органов власти. Тем не менее, работа не останавливается. В ближайших планах переподчинение республиканским властям областных департаментов, судов и милиции. Большинство глав районных администраций уже согласились работать в составе республики. С утра было достаточно представителей из районов, и они все прибывают и прибывают, поэтому я думаю, что здесь даже не надо говорить такое слово подконтрольно, просто люди должны выполнять свои функциональные обязанности. И в любом случае у них есть задача, в принципе, служить народу, и многие сказали, что они будут продолжать свою деятельность в том же русле. Кроме прочего, обсуждаются вопросы о демаркационной линии на границе, замене паспортов и других документов. Администрация провозглашенной республики подчеркивает, все решения о будущем региона станут приниматься только с одобрения народных депутатов. В самом же Луганске тем временем хорошо заметны признаки смены власти. В коридорах госучреждений и департаментов немноголюдно. После бурных событий последних недель